спасибо. Так, идем на пляж. Люди куда-то спешут. Спешат с ней. Отель Амелия. Дорогой отель. Интересно, он соответствует своим этим ценам? Ну вот номер соответствует. Какой там номер? Мы, по-моему, смотрели. Ну да. Обычно. Это, в принципе, переплачивались на какие-то. Это 2000 сутки за еду переплачивают. Типа 5000 там. Так я лучше в Турции отдохну. Там намного лучше, как бы, типа, ну, сервис еще на свете. Вот. Все равно у нас опаздывает сервис по сравнению с Турцией. Намного прям. Здесь некоторые недорого. Почему? Не знаю. Сколько у меня знакомых ездили. Сервис-то в Турции намного лучше, чем у нас. Ну, сервис, да, может быть. И море почему-то чистое. Много народу полно. Купаются. Нам надо было пораньше приходить. Да. Сегодня опоздал немного. Распали. Да, может, вода холодная. К роднику идут, наверное. Ну, да. А. Так что, к роднику. Народ мало в роднике. Угу. Фамилии тоже мало. Все равно это уже не сезон. Хотя самый пик сезона сейчас. А людей мало. Хотя все забито. Да. Красота. Мазаться надо. Снимай. В итоге идем на пляж, на море, море уже чистое, прозрачное, еще, я так понимаю, без волн, волн вообще нет, красота, кукурузу носит, так что, ребят, все, возвращаешься на своем места, снова у нас появилось, хорошее местечко для. Народу, в принципе, не сильно много. То там, то тут. Хотя там уже достаточно много, а тут еще немного, в принципе. На море. Так, не прощай, доброе утро. Сегодня уже 24.07.2021 год. Время уже 9 часов. И у нас 30 градусов. Воздух. Так, пойдем море смотреть. Море сегодня восстановилось уже все, можно спокойно плавать, купаться и все носить. Так что, ребят, море прохладное. Да, море прохладное, увы. То и требовалось ожидать, что море будет холодненькое. Пойдемте на глубину попробуем. Волны уже не такие сильные, как вчера были, но нам это песок. Прям очень много песка нам это. Лагушки, наверное, все побежали уже. Прям. Ну, море чистейшее, ребят. Чистейшее море после этого, как у него. Штормы. Красиво море, надо будет снимать сверху, пролететь туда и туда пойду. Ну там меньше народа, чем там. Там намного больше народа. Так что сейчас по колено будет, и я пойду изменять температуру, потому что все же море.
Да, уже моет, это уже спокойно. Довольно далеко я отошел. Метров, наверное, 7-8 где-то. Или 10. Море холодненько, конечно. Газ 3. Надо где-то там, наверное. Давайте все, по колено зашел. Изменяем воду. Пару минут я молчу. И поехали. Пока 24. Она еще, видимо, не. Пока примерно 24, но я думаю, что тут меньше. Показывает. Три и пять, ну практически 24. Вода 23,5 где-то. Ну да, даже 23. Ровно 23, ребят. Вон там видно пока. 23. Холодная вода. Нормально вода. В принципе, ну для людей это холодная, конечно, вода. А так, в принципе, можно купаться, море чистое. Никаких водорослей, ничего нет. После страшного шторма. Ну, а я пошел купаться. Так что всем до следующего видео и все. Это было утреннее видео. Для родник, фамилия и так далее. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока. Так, всем доброго утра.
эфира в итоге нет, связи нет. Хотя показывают 4 палки, и МТС, и Тиньков, и бесполезно. Вон там народу полно, муравейник просто там, пролетели квадрокоптеры, потом попозже сейчас. Время уже 10 час где-то, в районе 9:30 утра. Ну, я сегодня прибандал, распал немножко и так вот. Ну, первый день всегда будет тяжело, второй день уже легче, третий день еще будет легче. Народы прогуляются, в принципе. Море чистейшее. Привет всем из Анапы, Джематэ, пляж Родник. Море чистое, классное. Всем пока-пока. Так, ребят, все замечено. Или, не эфира, не, ну, кто их не знает, выложу, не выложу. Связи нет вообще. Идем купаться. GoPro, немножко так, плаваю. Точнее, ну, подерживаю в руках, а так иначе. Ну, давайте, кайфанем у них тут. Ранец, точнее, вы кайфанете у них со мной. Давайте я волну поймаю, пойдем. Да, море прохладное, 20 градусов. Сегодня днем мой прогрелся. Боковое течение какое-то идет. Это было прямо тех. Оно оттуда выйдет. Боковое течение. Чайки летают. Они голодные. О, все чай это сделал. Буёк даже пробовал сюда. Хотя он должен где-то там быть. Ну, что ж. Блин, как-то не привычно. Я бы не привел на солнышке. Правильно, но главное не ходите на глубину, потому что, ну, блин, там волны такие, но вода холодная. Вот это волна была, ребят. Это волна. Да, вода чистая. Чистейшая вода. Пойдемте назад. Я хочу поплавать. От камня не поплаваешь толком. Так что вот такая вода чистейшая. И вы можете ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.